Здравствуйте, уважаемые никопольчане. Я волнуюсь. Прежде всего, я хочу вам сказать, я мама раненой Молотковой Анны Валерьевны или Лепеха Анна Валерьевна по девичьи. Это моя дочь находилась в Мариуполе в АТО с июля месяца. И по февраль месяц. В феврале месяце, первый день войны, она получила тяжелое ранение. Оторвала ногу и ранила осколками руку. Руку сделали операцию ей, но рука не действует. Ноги по самую ягодицу удалили ей. Кровотечение не останавливается. Как будто бы на эту неделю и остановилось. Сердце начало отключаться. Два раза в неделю, за неделю два раза ей это не смогли сделать операцию, так как у нее останавливалось сердце. Вчера должны были сделать ей пластику обратно, но давление 70/40. Обратно не сделали. Я благодарна всем людям, которые мне помогли материально. Физически или как? Поддержали меня в трудную минуту. Волонтеры, Меркурий, горисполком, ферросплавный завод. Я вам всем очень благодарна. Я прошу Бога, чтобы поддержал ее, чтобы она хотя бы была живая. У меня на руках дочь 10-летняя ее. Очень много мне помогает Катюша Жавнина. Она молодец, она мне и помогает, и продуктами. Вот, и в данный момент она мне дала ноутбук, чтобы я с ребенком могла заниматься домашним заданием. Никопольчане, я вас очень прошу, кто чем может помочь моей дочери на протез, на протезирование, потому что это очень дорогостоящее. Поэтому я вас очень прошу, кто чем может, помогите, пожалуйста.